Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждаются. Данилов Владимир Петрович, заместитель генерального директора по животноводству общества с ограниченной ответственностью СПК Ждановский, Кстовский район. Начальник ремонтно-механической мастерской общества с ограниченной ответственностью птицефабрика «Павловская», Павловский район. Александр Александрович, механизатор общества с ограниченной ответственностью «Лапкин», Арзамасский район. Пронин Михаил Валентинович, водитель открытого акционерного общества «Тепелева», Дальний Константиновский район. Андрей Васильевич, оператор машинного доения сельскохозяйственно-производственного кооператива «Колхоз имени Ленина», Починковский район. Оператор машинного доения общества с ограниченной ответственностью «Родина», Чкаловский район. Любовь Анатольевна пробирается сквозь целый ряд мужчин очаровательных. Мы ждем вас на эту сцену. Аплодисменты. Почетной грамотой губернатора Нижегородской области награждаются Афанасьева Галина Павловна, заведующая центральной фермой сельскохозяйственного производственного кооператива «Семенский», Кавернинский район. Евгений Васильевич, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Ордена Трудового Красного Знамени колхоз имени Куйбышева, Городецкий район. Почетным дипломом губернатора Нижегородской области награждаются Вишневский Евгений Владимирович, оператор машинного доения открытого акционерного общества «Самородок», Перевозский район. Демкина Наталья Ивановна, сменный мастер элеватора общества с ограниченной ответственностью, мукомольный комбинат «Володарский», Володарский район. Главный агроном сельскохозяйственного производственного кооператива «Дубенский», Ватский район. Пронин Александр Юрьевич, тракторист, машинист открытого акционерного общества «Лакша», Богородский район. Оператор машинного доения коров общества с ограниченной ответственностью «Бармино», Лысковский район.
поздравляем счастливых обладателей с заслуженными наградами и приступаем к подведению итогов конкурса среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области за вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Почетным штандартом губернатора Нижегородской области в номинации «За высокие производственные показатели и стабильное развитие АПК муниципального района городского округа» награждаются Богородский муниципальный район, глава местного самоуправления, председатель земского собрания Пурихов Константин Васильевич, глава администрации Пушкарев Сергей Валентинович, начальник управления сельского хозяйства Сиренев Сергей Юрьевич. Руководителям муниципальных образований вручаются благодарственные письма Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. Штандарт губернатора! И мы просим вас, уважаемые господа, по традиции не покидать эту сцену и остаться на ней для общей фотографии. Пилинский муниципальный район. Глава местного самоуправления, председатель земского собрания Козлов Виктор Иванович, глава администрации Бочканов Сергей Алексеевич, начальник управления сельского хозяйства Леганов Петр Николаевич. Почетным штандартом губернатора Нижегородской области награждается в номинации «Производство зерна». Сергачский муниципальный район, глава местного самоуправления, председатель земского собрания Соколов Евгений Михайлович, глава администрации Субботин Николай Михайлович, начальник управления сельского хозяйства Идрисов Рушан Рафехович. Номинация «Производство молока». Дальнеконстантиновский муниципальный район. Глава местного самоуправления, председатель земского собрания Шипилов Сергей Дмитриевич, глава администрации Денисов Николай Константинович, начальник управления сельского хозяйства Карпачева Елена Валентиновна. Производство мяса, скота и птицы. Лысковский муниципальный район. Глава местного самоуправления, председатель земского собрания Губков Николай Михайлович, глава администрации Першин Владимир Васильевич, исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства Смирнов Валерий Геннадьевич. За наивысший прирост показателей по сравнению со средним показателем за предыдущие 5 лет почетным штандартом награждаются Арзамасский муниципальный район, глава местного самоуправления, председатель земского собрания Рыбин Михаил Васильевич, глава администрации Демин Василий Иванович, начальник управления сельского хозяйства Трофимов Николай Евсеевич. Thank you.
Павловский муниципальный район, глава местного самоуправления, председатель земского собрания. Гоненков Андрей Александрович, глава администрации. Бирюкова Татьяна Валентиновна, начальник управления сельского хозяйства. Рогов Евгений Александрович. Председатель Совета депутатов Тарбеев Валерий Викторович, глава администрации Киселев Александр Викторович, начальник управления сельского хозяйства Семочкин Валентин Евгеньевич. Ну что ж, давайте еще раз поаплодируем достойным и попросим для общей фотографии всех настроиться на этой праздничной сцене. Как это красиво и торжественно! Аплодисменты, дорогие друзья! Памятная фотография лучше! Спасибо большое. Еще раз бурными аплодисментами мы провожаем со сцены достойных